Американские ученые обнаружили на Марсе воду в жидком состоянии, правда, на большой глубине. О своей находке специалисты из Калифорнийского университета сообщили в научном журнале. Анализ зонда InsightLander показал, вода залегает под поверхностью Марса на глубине до 20 километров. Подземный водоем может занимать колоссальную площадь. Изучением этой находки занимались в рамках миссии, которая стартовала в 2018-м. В ходе исследования выяснилось, на поверхности Красной планеты раньше существовали целые водоемы, но они исчезли больше 3 миллиардов лет назад вместе с атмосферой. Однако подземные океаны, как выяснилось, теперь уцелели. Вода находится на глубине от 11 до 20 километров под поверхностью. Добыть ее будет довольно сложно. Например, на Земле часто приходится обеспечивать циркуляцией жидкостей, будь то жидкая вода или буровой раствор. Чтобы немного облегчить бурение, нам также нужны энергетические возможности. Технику для этого нужно доставить на Марс или построить ее на самой планете. Так что это будет действительно сложно.